Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем игрульку Far Cry. В прошлой серии мы нарвались вот на этот... Не нарвались, а пришли к этому... Как сказать, хранилищу, блядь, я не знаю, сообществу, зовут баррикаде. Ну, это тайна нового Эдема, и сегодня, наверное, пройдем этот сюжет. Это локация. Да, много нас... В прошлой серии сажал нас какой-то гипопотам, блядь. Мутант. Ладно, взглянем на карту, посмотрим, что нам надо. Вот, пророчество какое-то. А здесь что у нас? Что это такое? Такс. Ну, на этот остров волки. Блять, а тачкой. А. Прямо смотрим. Прямо впереди у нас лодка. Погнали на лодке. Крокодилы, бегемоты. Такс. На корм акулам пошел. Чего нельзя с пулеметом, как Рэмбо? Рэмбо мог это не нравится. Меня зовут Иосиф Сид. Есть и те, кто называет меня отцом. Слышь, отец. Когда-то я услышал глас Божий. Он поведал, что мне уготован нелегкий путь. И я прошел этот путь до конца. Да, молодец. Молодец. Какие, блядь. И оказался в начале. Отринь предубеждение. Собери крупицы прошлого. Ты познаешь истину. И новый Эдем будет ждать тебя. Да? Окей. Так, блядь, 130 метров. Где ты, херня? Сука, ходите, я дурак, блядь. Видишь? Я вижу.
были стерты очищающим огнем Божьим. Спасены были лишь те, кто внял знамением. И из пепла поднялся новый Эдем. Чтобы пройти путь. Очисти наш символ так же, как очистился мир. И чё, всё почистили же, дорогой? Чтобы пройти путь, нужно выжечь всё лишнее. Чё он меня хочет? Там же не это. Очисти наш символ так же, как очистился мир. Обрати взор на крест, и найдешь ответ. И чё с этой херней делали? Понятно. А где вот эта штука, которая у меня была? Выпусти меня отсюда. Это хрень, ополчились против нас. Пытались сломить нашу семью. Ёпта.
разрушили все. Но мы выстояли. Ну все, а чё, куда дальше? Откройся свету. Мир не был готов к коллапсу. И люди ополчились против нас. Пытались сломить нашу семью. Свету и увидишь. Ну и что мне сделать? Уничтожь все, что скрывает истину. Что-то непонятно, как вот это задание придумать. А здесь мы были. Так, там были, нет, не помню. Так, по-моему, были. Или не были. Есть что почитать. Хера ничего нет, блять. Но я понимаю, что нужно ставить, блять, непонятно куда и как это делать. Дуют ветры перемен. Единственный выход — отвернуться от прошлого. Узри, как прошлое и настоящее
сходятся в цикле времени. Ну да, ничего. Михалыч. Нет бы сразу сказали. Каждая деталь должна быть на своем месте. Упускать нельзя ничего. Узри, как прошлое и настоящее сходятся в цикле времени. Что не так-то, блядь? Каждая деталь должна быть на своем месте. Упускать нельзя ничего. Че, все? Прошлое — причина нашего краха. Идти вперед можно лишь, отринув грех. Блять, а сразу нельзя было написать, что ли? Или отсюда надо было начинать? Блять. Ладно, разберемся. Но, сука, кто здесь, блядь? Видите, открыли новое. Атакующее средство. Так держишь его. Бубен. Так, дальше что, куда? Куда? Где это, блядь, подводная лодка, сука? Давай сюда. Он этот сраный причал. Грехи этого мира были стерты очищающим огнем Божьим. Как достал, что достал, да, что непонятно. Спасены были лишь те, кто внял знамение. Так мы же, блядь, уже чистили. И из пепла поднялся новый Эдем. Так, секунду. Пламя Эдема выжигает грех, чтобы он не дал новые всходы. А чё это меня задело? В прошлый раз я задевал, а в этот раз... Стрельно, нахуй. Тут беготня, блин, туда-сюда. Или он писал, что можно было достать. Ладно, проебал, может быть, просто. Мир не был готов к коллапсу. И люди ополчились против нас. Пытались сломить нашу семью. Чё, куда теперь? Лишь мы достаточно сильны, чтобы жить в новом мире, что даровал нам Бог. Так, мрачная пристань. Они разрушили все. Но мы выстояли. Понимаешь ли ты? Понимаю. Дайте мне, блядь, инструмент. Бог очистил мир от греха. Но грех не исчез. Сюда. Грех в нашей крови.
плоти, душах. Словно зверь, он таится внутри. Он убьет нас. Или сам будет убит. О, блядь. Сейчас, блядь, ступлю на ту дыру, посек-то. Мы должны выманить и убить зверя. Угу. Что-то, походу, зря мы сюда вообще ввязались. Лишь тогда мы будем достойны дара Божьего. Поведал мне о коллапсе. Я собрал семью, чтобы подготовиться к нему. Но ад следовал за конем бледным. За тем, что не смог уйти. Мой путь окончился здесь. В этих стенах. Смотрите, бункер, блядь. С пулеметом. Я думал, что исполнил свой долг перед Богом. Но он поведал мне еще кое-что. Что? Блядь. Он сказал, что придет достойный. Ты. Так, записка. Я не могу думать. Мне хочется есть. Скоро нам предстоит выйти наружу. Я в ужасе. Думаю, все было сделано правильно. Я сейчас хочу поступить правильно. Он говорит, что простил меня, но я не могу простить себя. Я не знаю, верно ли выбор был сделан. Я не могу понять. Он дает лишь мне одно свое слово. Нас еще, блядь, примут, ну? Слово. Делаем ли мы что-нибудь хорошее? Протягиваем ли друг другу? Другим руку помощь. Удалось ли нам покончить с голодом, нищетой, болезнью? Нет. Мы берем то, что привлекает нас. Мы растрачиваем впустую в погоне за банальностями. Наши короткие жизни проходят бессмысленно. Хуже того, мы обесцениваем эти дары. Сжимая руки в кулаки, мы развязываем войны, хотя могли бы помогать друг другу, поддерживать своих братьев, строить общество, где наши тела и души ни в чем бы не нуждались. Слово. Мне удалось выжить, и у нее больше нет надо мной власти. Теперь я греюсь в лучах безусловной любви Господа и наслаждаюсь искренней поддержкой моей семьи. Теперь я знаю, каково это, когда тебя принимают таким, какой ты есть. Спасибо, моя семья. Это дневник Иосифа. Помощника терзает чувство вины. Я мог бы убить этого человека из милосердия, но вместо этого помогу осознать мое всепрощение. Пусть поймет, каково это, когда судишь не ты, но тебя. А потом, когда внутри не остается ничего, кроме чувства голода, я открою правду. Помощник еще нужен Господу. И мне тоже. Бань, блядь, секта тут. Дневник Иосифа. Я молился и постился много дней. Наконец, вновь услышал голос. Я узрел будущее, что нас ждет. Предо мной предстало лицо того человека, что станет пастырем для жителей Эдема, когда меня не станет. Это лицо незнакомо мне, оно не похоже на мое. Пусть пастырь не от моей плоти и крови, но прежде. Но все же мое дитя, ибо все люди мои дети. Уходя, я оставлю здесь свое слово, и когда оно вернется в Эдем, мы встретим свою судьбу. Господь не показал мне, какая она будет, но я верю, что будет все так, как должно. Да, блядь. Вот. Слово. За стенами Эдема некогда могучий народ давится своей собственной бравадой.
Элита ревет и бьет себя в грудь. Узрите, как мы богаты, трепещите перед нашей силой, восторгайтесь нашими знаниями. И я трепещу, но по другой причине. Мне стыдно, стыдно, что их знания служат лишь распространению зловредной пропаганды, призванной держать нас в постоянном страхе. Я не восторгаюсь, мне грустно, грустно, что их отвратительная политика основывается на ненависти, а их бесконечном стремлении к богатству и роскоши я вижу лишь бездушный материализм. Еще одно слово, я нахуй в секте. Сейчас, блядь, нас не примут тут. Типа мы, блядь, стали пророками, что ли? Ебать, блядь. Что-то очково, ну ладно. Нормальный такой приход. Так, ой, прошу прощения. Так, чё мы вылезли, да? Так, нужно будет пособирать, может быть. И чё, мы теперь кто? Эти долбоёжики, что ли? С рейдерами нельзя договориться. Хотя мы и не любим говорить, если честно. Так, блин, отбились от курса немножко. А, помните, да, первую часть? Ой, ну, Far Cry 5, где мы? Лодка, бункер, блядь, затоплен, наверное. Блядь, кто-то оставил. Дают крафта и 2 из 4 еще минус. Три, наверное, на крышу. Не, не на крышу, смотри-ка. Пусть нет, ну. Что за звуки? Кто это? Ты такой... А, блядь, сожрали, что ли? Чё, он прыгает? Всё, на дно уж. Они махом съедают это, блядь, давно. Ну. А, во. Всё. Так. Так. Сзади ещё. Это туда, да? Пошли.
Я в воду, блядь, не пойду. Круто было давить этих кипарей. Поработал, отдохнул. Граната! Граната! Помогите мне, мать вашу! Царямба, никто не помог. Ладу жопу целовать мы будем. Ну, размечтался, нас. Придурок, да? Так. Здесь, по-моему, мы здесь же были. Где-то дается барахло. Так, вроде все нашли. Так, ну здесь чисто. А, блядь, сюда. Затопленная хижина. И можно будет, может, чекануть на лодке оттуда. Тут мишка, блядь. Плутишка. Давайте до туда доберемся тогда. Почистим. Так, на превьюшечку. Верно идем. Немножко правильно. Да, пошел. Так. Дал там кто, блядь. Так. Угу. А что, нам собирать это барахло? Бочечки, знаю, бочечки. Бочечки. Такс. Yeah.
Оп, и все. В общем, такая достаточно простая миссия была. Я думал, будем там сейчас лупиться с кем-то, воевать. За придурки там. Свои, вроде, да? Сейчас глянем. Готов, что? Нет, ты видал? Нет, ты видал, как? Ну, на этой торжественной ноте будем заканчивать. Надеюсь, все понравилось. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Да, и ссылка на плейлист будет в описании. Пока-пока.